Смотрите, какое у нас небо сегодня. Все в тучах, даже дождик срывался. Вообще. У нас вообще пошел дождь. Так пасмурно, так темно в комнате, пипец. Я завтракать, Игорь еще хочет поваляться. У меня бутеры, яички, пасочку, да и да. Вот я вчера новый сериал начала смотреть. Называется он... Единственный, по-моему, так. Про приложение. Ну, короче, ничего вроде интересно. Буду смотреть, Игорь еще хочет поваляться. Всем приятного аппетита. Ребят, мы вчера в Радиже купили вот такие пазлы. Стадиона и Мать Родины. Хотим собрать, говорю, вместе. Мы уже их открыли, блин. Выглядит очень прикольно. Здесь вот есть инструкция. Стоит недорого. 39 рублей в Радиже. Ну, короче, не знаю. Нам захотелось посмотреть, что там внутри. Попробовать. Игорь очень любит, ну, вообще, город наш. Стадион Мамаев Курган. Поэтому соберем сейчас и поставим штатив, чтобы вы тоже посмотрели, как мы это будем делать. Естественно получилось, но у нас тут что-то не сошлось. Такие мы все архитекторы, но стадион получился прикольный. Видно, да. Подожди, сейчас родителям покажу. Я готовлю обед.
Родители там в гараже убираются, маме потом еще на работу, поэтому сегодня на обед я готовлю именно супчик на всех. У нас будет супчик с фрикадельками. Вчера вот размораживали холодильник, немножко смерзлись. Ну, я думаю, нормально будет. Все уже приготовила, у меня картошка уже варится. И пока варю, смотрю сериал на фоне и хочу вот здесь перебрать. Опять такой бардак. Не очень удобно как-то все тут расположено, поэтому постоянно все бардачится. В общем, сейчас тут уберусь. Бардак. У нас ужин сегодня пюрешка с помидорами и рыбкой. Всем приятного. Будем смотреть фильм «Каха». Прикольный. Написано, по крайней мере, так. Всем приятного аппетита. У нас уже 8:30. Я такая голодная.